Добрый вечер, коллеги. Как меня слышно, поставьте плюсики, пожалуйста. Ну, во-первых, начинается шикарнейшее время, время праздников. Скоро, совсем скоро у нас начнется Новый год. Новый, яркий, красочный. И огромное количество людей выходят сейчас в магазины, сидят, планируют свои подарки, сколько, кому они что будут дарить. Поэтому сейчас как раз самое наше время. Если вы хотите заработать именно хорошие деньги, то сейчас две возможности. Первая возможность – это предлагать обязательно каталоги, причем два каталога, потому что 18-й он двухнедельный, и следующий трехнедельный, как раз под самый Новый год, до 1 числа, вот следующий каталог будет до 1 января, поэтому у вас будет шикарная возможность большое количество денег заработать к себе к Новому году. Поэтому предлагайте каталоги, не бойтесь, отдавайте. Многие, конечно, сейчас все-таки у нас интернет-проект, и многие рассчитывают на интернет-проект, но я вам говорю, что если вы хотите действительно заработать, то сейчас самое время продаж. Продаж, продаж и продаж, потому что сейчас люди сами хотят купить, а им их даже уговаривать не нужно. Поэтому предлагайте обязательно каталоги, пусть они выбирают подарки. Выбирайте подарки для себя. И вторая возможность – это рекрутинг. Конечно же, рекрутинг. Приглашайте людей экономить для того, чтобы они покупали подарки для себя и для своей семьи. Итак, сегодня мы вкратце пробежимся по каталогу. Каталог шикарный, 18-й. Мне прям нравится эта фраза. «Преврати Новый год в сказку. Успей купить самые желанные подарки и создать праздничный образ». С каталогом номер 18. Хоть он двухнедельный, но он очень вкусный. И первая акция, которая есть в этом каталоге, это купон на скидку. Необходимо покупать, делать заказы на 999 рублей по каталогу. Это цена каталога. Не забывайте об этом. И если вы берете из постороннего, то есть у нас же огромный ассортимент, но не весь ассортимент представлен в каталоге, поэтому учитывайте это. Ваши заказы, ваши позиции должны быть именно из основного каталога, из основного, из 18-го. Вот если вы из него, из основного сделаете на 999 заказ, то вам выдадут скидку 50%, зимняя скидка, и она начнет работать с первого каталога. То есть в первом каталоге вы сможете купить один продукт на эту скидку с 50% скидкой. Там, конечно же, будет огромный ассортимент, который вам понравится. Смотрите, акция кратная, поэтому сколько раз у вас будет по 999, но именно из основного каталога, еще раз повторяю, не из всего ассортимента, а именно из основного каталога, столько купонов у вас будет, поэтому рассчитывайте, не теряйтесь, делайте так, чтобы у вас совпадало, потому что если 1 рубля не хватит, то второго купона не будет. Двигаемся дальше. Что же я хотела вам рассказать? Во-первых, в этом каталоге огромное количество подарков и наборов, и скидочной продукции. Причем, знаете как, подарочные наборы на любой вкус и на любой кошелек. То есть и от низкой цены, и до высокой, и кремы для лица, и наборы прям в коробках очень красивые, прям замечательные. И есть просто, вот если вы берете две позиции без коробочки, тоже есть вот такая возможность. И даже отдельные продукты, которые по суперценам. Вот могу сказать один момент, и об этом многие знают. Если вы покупаете для себя и, например, готовите подарки, и если вы предлагаете клиентам, то, конечно же, очень здорово предлагать вот эти скидочные варианты, потому что они красивые, красочные, люди могут сэкономить, люди могут буквально на Новый год подготовить абсолютно для всех такие подарочные наборы или такие вот, например, презентики и маленькие приятные штучки, вкусные, даже по одному гелю для душа.
Если вы все-таки делаете свой положенный личный объем, то я рекомендую из этого ассортимента брать не так много. Почему? Объясню. Потому что если вы не занимаетесь продажами, а делаете просто закупку для себя, для того, чтобы в этом каталоге у вас была возможность получить доход от вашей команды, тогда те самые супер скидки, они имеют 150 рублей стоимость балла. Поэтому я вот делаю здесь такой акцент. С одной стороны, предлагайте скидочные продукты своим клиентам, знакомым и близким. С другой стороны, сами обязательно рассчитывайте грамотно личный объем, чтобы у вас обязательно хватило, и чтобы у вас обязательно были большие, хорошие личные заказы, чтобы у вас не было проблем, что, например, там не хватит одного или двух баллов. Тем более сейчас пришел огромный ассортимент одежды, и действительно, даже я сама с одеждой немножко вот так вот, я бы сказала, знаете, как лоханулась, по-другому не скажешь. Я заказала себе огромное количество платьев, и получилось так, что одно платье 42 размера, оно для меня большое, а другое платье 44 размера для меня маленькое. Поэтому, естественно, будет очень много возвратов, потому что именно свой размер подобрать сложно сейчас. Важно как-то ориентироваться. Могу сказать, что от Валентины Юдашкина маломерит одежда. Одежда, которая идет как базовая, она нормальных размеров, а от Рогова немножко больше мерит. Даже туфельки, которые я себе взяла на Новый год, я всегда брала 37 размер, хотя я беру 36, ношу. Они небольшие, поэтому могут быть большое количество возвратов. И, естественно, чтобы вам в следующем каталоге и в первом каталоге Нового года, когда люди многие будут отдыхать, чтобы у вас не было много возвратов, делайте грамотно свои личные объемы. Могу сказать одно, что у нас обязательно будет обучение, как грамотно делать свой личный объем, и вот эти детали, вот эти тонкости я обязательно вам расскажу. И это обучение будет у нас, я уже сейчас объявляю, в среду. То есть все, что связано с личным объемом, все, что связано с продажами, все, что связано, как зарабатывать на продажах, как грамотно формировать личный объем. Вот это будет у нас теперь темы каждую среду. Вот именно каждую среду вот эти темы у нас будут. Поэтому приходите, приводите своих консультантов, и обязательно мы вам все тонкости расскажем на этих вебинарах. Итак, двигаемся дальше. Ну и также огромное количество приятных сюрпризов. Я вам буквально 4 слайда сделала, но их намного больше. Это и шикарнейший набор для него и для нее, нового парфюма, который действительно элитарный парфюм, по-другому никак не назовешь. И набор этот взять и по такой цене 1599 – это очень недорого. Поэтому обязательно покупайте и предлагайте именно такие подарочные наборы для людей, кто хочет сделать приятное для своей любимой и для самого себя. Замечательные маленькие такие вот прям безделушечки, но они не безделушки, а кулончики по знакам зодиака, поэтому они тоже очень приятные, их можно оформить в коробочку, они такие будут, они выглядят шикарно, хотя это недорогой продукт, хотя это стекло, а не камень, но выглядят они очень красивые, поэтому такие подарочки и презенты обязательно делайте и предлагайте своим клиентам. Огромный ассортимент у нас бижутерии, который поможет любой женщине быть красивой в новогоднюю ночь. Или для мужчин, чтобы они сделали подарок для своих любимых. Огромный ассортимент парфюмов в одинаковой элитарной сделали новую упаковку. То есть эти ароматы мы в принципе знаем, но сделали одинаковую упаковочку. И поэтому... И стоимость этих ароматов вообще снизилась до смешной цены, 269 рублей. Ну, знаете как, чего нет в каталоге, оно еще появится. То, чего не было, оно обязательно появится, поэтому мы просто этого ждем, отслеживаем, обязательно покупаем. Я просто рекомендации даю, потому что если даже чего-то нет, оно появится. Обращайте на это внимание, и там огромное количество разных приятных штучек именно для подарков.
И также для так красоты огромное множество новинок, и новые помады, и новые пудры, и новые оттенки, и новые матовые помады, и одежда. Да, Дарья вот говорит, чего нет в каталоге, или вы про оформление заказа. А, Дарья вопрос задает. Ответьте, пожалуйста, Татьяна ей. Смотрите, одежды, огромные красивые платья на любой вкус, на любой цвет, как для маленьких модниц, так и для взрослых дам, и для разного объема. То есть не важно, какие у вас формы, важно, что эти платья вам подойдут. Платья сделаны настолько грамотно от Юдашкина, что вы в этом платье будете выглядеть изящная, шелковистая и очень красивая. Кулончиков нету, да, кулончиков сейчас пока нету, я прям жду и буду обязательно их ловить. Потрясающая тушь, новинка каталога, новые краски, мы их прям так ждали, потому что о них очень много нам рассказывали именно на форуме компании, и поэтому я рекомендую всем обязательно попробовать, потому что они уникальны. Я не буду вдаваться сейчас в подробности в каждый продукт, потому что у нас каждую пятницу будут обучения по продукту. Пожалуйста, приходите. Настроение прекрасное, Евгения, как у вас? Обязательно приходите по пятницам на вебинары по продукту, и вы услышите очень много полезных, шикарных вещей, которые вы не знали или, например, не знали какие-то тонкости. Поэтому напоминаю вам, по средам, и у нас будет все по продажам и все, что связано с личными объемами, а по пятницам все по продукту. А по вторникам у нас обучение по бизнесу, кроме структурных собраний. И давайте двигаемся дальше. На вопросы буду отвечать позже, коллеги, иначе я не успею, у меня очень много что есть вам сказать. Хочу напомнить, что у каждого из вас есть самые юные такие вот и модники, и модницы. И для них точно так же нужно делать подарочки. Причем подарки не только игрушки. А вот именно маленькие модники и модницы любят и различные кремы, и различные гели для душа. И там такие потрясающие носочки. Я просто, когда зашла, я аж не могла. И для маленьких грудничковых деток, и вот эта новая серия для малышей. Простите. То есть много-много-много разных приятных вещей, которые можно делать подарки, и обязательно предлагайте, особенно предлагайте бабушкам, потому что бабушки любят что-то такое, знаете, как дарить своим внукам то, что полезное. Мамы дарят все время игрушки или еще что-то, а бабушки и дедушки, они дарят что-то полезное, поэтому они с удовольствием будут покупать вот такие замечательные штучки для маленьких наших юных человеков. Средства для купания малышей отличные, брала на подарок. Спасибо, Евгения. Намного дороже. Вот, видите, спасибо, Татьяна. Я еще пока следующий каталог не просмотрела, но вот краски прям хочу попробовать. И не забывайте, пожалуйста, про наших любимых мужчин, потому что это действительно те люди, которые за чьей опорой мы находимся. Но помимо наших мужей у нас есть братья, у нас есть сыновья, у нас есть дедушки, у нас есть дяди. И, естественно, есть мужчины, которые окружают нас вокруг. И они точно так же хотят подарков. Особенно предлагайте женщинам, чтобы они дарили подарки вашим мужчинам. Во-первых, хочу сказать, что огромное множество потрясающе удивительных вообще парфюмов появилось в шикарных флаконах. Это раз. Второе. Очень высокого или элитарного, я по-другому не скажу, качества. Я вот несколько парфюмов взяла своим сыновьям, подарила, они попробовали и сказали, действительно уровень очень высокий. И каждый действительно отражает свою какую-то значимость. Какой-то более мягкий, например, от Валентина Юдашкина, он более мягкий такой и такой, знаете, манящий. Есть другие парфюмы, которые более жесткие, или есть парфюмы, которые, они такие, знаете, как терпкие. Поэтому обязательно обратите внимание, вот этот аромат, который в паре, это вообще
вызов роскоши, потому что это действительно роскошный флакон и роскошный аромат. Потрясающая коллекция, новая для мужчин полностью вся, и там огромное множество разных скидок. Поэтому не забывайте про наших любимых мужчин и обязательно предлагайте подарочные наборы. Сейчас они есть. Точно скажу, что скоро их не будет, поэтому вот все, что в подарочных наборах, скоро не будет. Покупайте их обязательно и предлагайте клиентам обязательно. Также для дома и для семьи громадное количество скидок и новинок. И вот действительно это нам поможет украсить и быстро привести дом в надлежащий вид. Берите наши продукты, они абсолютно безвредны. И потрясающее вот это мыло металлическое, я уже его прям вот хочу попробовать, оно мне еще не пришло, которое именно убирает запах. И я прям вот понимаю, насколько оно важно в каждой семье. Поэтому вот такой презент подарить своим знакомым, близким точно будут. Гирлянды летят, в смысле улетают в лед в покупке. Я от гирлянд в восторге. Я заказала несколько шаров, они настолько эксклюзивные. И сама посуда, она настолько красивая. Поэтому, пожалуйста, не тяните до конца этого каталога. Начинайте уже сейчас делать заказы. Чего нет, закажете в следующем заказе. Сейчас главное успеть все взять. Хотя бы набрать то, что есть сейчас. Если вы продавец, то берите позиции впрок, потому что потом много чего не будет. Сейчас как раз начинается работа с корпоративными клиентами. И, возможно, где-то вы возьмете по скидочным вариантам и сформируете свои подарочные наборы. Но об этом мы будем говорить каждую среду, пока не закончится Новый год. Поэтому мы вам будем в этом помогать. Это я вот прям галопом по Европам пробежала по нашему... Не было еще, вот прям хочу, Даш, прям, у меня аж прям это, руки чешутся, я когда про него прочитала, прям сказала, хочу себе, хочу маме и хочу всем своим близким, потому что действительно оно пригодится абсолютно всем. И даже с удовольствием и не постесняюсь, подарю своим близким, родным, например, племяннице и сестре дополнительно к другим вкусным подаркам. Я прям галопом по Европам пробежала по каталогу. Более подробно, я вам сказала, вы услышите в пятницу, и часть мы будем задевать, конечно же, по средам. Поэтому приходите, приводите своих консультантов. Итак, каталог номер 18, акции бизнеса. И давайте тоже здесь я что-то акцент сделаю, а что-то прям пробегусь. Ну, во-первых, для новичков потрясающий подарок. Те, кто зарегистрируется в каталоге 18, или те, которые не делали, пришли к нам в 17 и в 16 каталоге, но не сделали ни одного заказа. Для них потрясающий подарок – это на выбор матовая помада. Там прям выбор, человек сможет выбрать тот цвет, который желает. И эксклюзивная клатч, косметичка от Валентины Юдашкина. Это косметичка из последней его коллекции. И, коллеги, хочу сказать, эту косметичку клатч купить нельзя будет. Поэтому обязательно говорите об этом новичкам, и особенно по той программе, которая по рекрутингу, о которой мы будем говорить дальше. Рассказывайте, что этот эксклюзив только для них, для новичков. Я уже хожу и расстраиваюсь, и думаю, кого бы мне зарегистрировать из самых близких, чтобы получить эту косметичку, потому что я ее, вот этот клатчик, бы очень хотела. Да, краска отличная, новую будем пробовать скоро, ждем поставку. Вот, Альбина, я думаю, что ты нам особенно расскажешь о краске, потому что Альбина у нас профессиональный парикмахер, и она знает очень много тонкостей, как правильно наносить и как работать с красками. Я думаю, Альбина нам не откажет в этом. Коллеги, у меня для вас новость, потрясающая новость. Длительное время в некоторых странах менялись подарки для новичков. В некоторое время в некоторых странах не было подарков для новичков. И сейчас мы просто вообще, я прям счастлива безмерно тем, что у нас в каждой стране, в которой представлена компания Faberlic, в
каждой стране теперь именно будет одинаковый подарок именно для новичков. И это так круто. Я, конечно, сегодня пробовала и хотела добавить вам больше стран вот на такой слайд, но у нас, вы знаете, что с утра висел сайт, это было вообще вот катастрофа, я по 10 минут искала каждую информацию для каждой страны, это было ужас. Поэтому что успела, то выложила. Самые основные страны, которые у нас именно работают. Итак, кстати, вот эти слайды у нас Дарья создала. Даш, напиши, пожалуйста, как это называется. Я хочу сказать портал, но я, наверное, неправильно скажу. Правда, каюсь, не знаю, как называется. Даш, напиши, пожалуйста, как называется. То есть у нас в Телеграме, Дарья создала канал, вот, спасибо. Дарья создала канал, он вообще шикарен, потому что именно по стартовой программе, да, и не только по стартовой, еще создала она и по акциям. Поэтому есть шикарная возможность там быть, пригласить туда новичков, и там будут вот эти слайды, где вы сможете их взять без проблем, и всегда там будет полезная информация именно. Вот Дарья уже сбросила, спасибо огромное. Вот, итак. В 18-м каталоге, повторяю, он двухнедельный, коллеги. Обратите на это внимание. Конечно, это не страшно в это время, двухнедельный каталог, потому что самое время продаж и покупок. Но все-таки он двухнедельный. С 27 ноября по 10 декабря. Прям запишите себе, пометку сделайте, чтобы не было у вас потом проблем, ой, я забыла, или ой, я вдруг не успела, или в последнюю минуту вы начинаете бегать и искать количество денег, чтобы оплатить свои заказы. К сожалению, в этом каталоге было, хоть он и был трехнедельный, но были люди, кто где-то пропустил свои баллы, где-то не смог оплатить личные объемы. Конечно, это грустно. Поэтому начинайте с самого начала, чтобы вам было легче. Итак, до 10-12 оформите и оплатите обязательно заказы в любой вашей стране. То есть, где вы будете регистрировать новичков или новичок, где у вас придет из какой страны. И именно там он может оплатить в своей валюте. И получите клатч от Бай Валентина Юдашкина и помаду «Первая леди». Для России необходимо сделать заказ на сумму 1499 рублей. Это цены каталога, коллеги. Для Украины от 449 гривен. Вот все здесь в ценах каталога, повторять не буду. 449 гривен для новичка нужно сделать заказ. Для Казахстана 7499 тенге. Для Белоруссии 45 рублей. Вообще цены прикольные. Вообще совершенно небольшая сумма, которая даст возможность шикарного подарка. Для Германии от 26,99 евро. Для Польши от 104,90, не знаю, как это называется, написала валюту польскую, но каюсь, не знаю, как это называется, польских денег, так скажу. Для Таджикистана от 224,90 сомони. Для Кыргызстана от 1575 сом. И у новичков клатч by Валентин Юдашкин и помада «Первая леди» будет в кармане. Получить ее новички смогут в 19-м каталоге. Говорите им, пожалуйста, об этом, потому что очень многие звонят и задают вопрос. А я вот оплатила, а в заказе подарка нету. Подарок на следующий каталог. И в следующем каталоге на втором шаге они смогут выбрать цвет помады и выбрать именно этот клатч от Валентины Юдашкина. Итак, коллеги, давайте двигаемся дальше. Еще про одну акцию, про стартовую программу скажу. Обязательно о ней рассказывайте, говорить буду каждый раз, для того, чтобы вы обязательно говорили про наборы. Единственное, хочу сделать уточнение. Если раньше то, что предоставлялось, например, в наборах, то можно было выбрать
одну позицию из крема, например, для питательной, а другую позицию можно было выбрать для комбинированной кожи, то сейчас просто стоит наборами. Набор питания, набор сияния, набор для комбинированной кожи. И нужно выбирать наборы на втором шаге. Поэтому рассказывайте, пожалуйста, своим новичкам и, пожалуйста, отслеживайте, чтобы они не слетали. Злотый, вот, спасибо большое, Надежда. Вот не всю валюту я знаю. Я, кстати, увидела, могу сказать, что в Италии также. В Италии тоже есть подарки. Я прям радовалась этому, и в Великобритании тоже есть подарки. Только единственное, что я говорю, я не успела скачать валюту, потому что сайт вдруг заглох в определенный момент. Так вот, еще раз про стартовую программу. Рассказывайте своим новичкам, что они могут получить по итогу. Очень многие, кто дошел до конца, прекрасно понимают, насколько шикарные подарки они заработают. Сейчас я перехожу от поздравлений к определенному слайду. Коллеги, я не знаю, все ли из вас знают, что скоро будет определенная дата 15 декабря. И именно начиная с 15 декабря по 15 января нужно обязательно написать список того, чего вы хотите, самых крутых желаний, их должно быть не меньше 15. То есть, начиная с 15 декабря по 15 января, создайте список желаний, чего вы хотите. И их должно быть не меньше 15. Еще раз повторяю. Зачем я вам это говорю? В свое время Заварухина Светлана, мой вышестоящий наставник, настояла, чтобы я этот список создала. Я ей очень часто говорила, а чего толку? Вот я хочу, а у меня ничего не сбывается. Она говорила, а ты попробуй. Я говорю, да это бесполезно. Она говорит, а ты попробуй. Я говорю, вот пишу, квалификации, объема, а оно не выходит. Она говорит, а ты попробуй. И на все мои возражения она говорила, а ты попробуй. И однажды я приняла такое решение. И я создала такой список. И потом каждый год я сейчас этот список правлю. Я его справлю и вычеркиваю те желания, которые у меня сбылись. Первый мой список был настолько мелкожелающий, то есть там были недорогие какие-то, с 15 по 15, да, самых сокровенных желаний, причем самых сильных. Первый мой список был, он, знаете, такой был малостоящий. Ну как? Он для меня значимый был, но по стоимости он был недорогой. И он у меня сбылся очень быстро, даже не за год, а за полгода. Второй список я записала очень крупный. И вот он у меня, я прям вот очень дорогие желания там писала. Этот список у меня сбывался 2 года. Но за 2 года я купила машину. За 3 года даже я купила машину. Я купила себе шубу, о которой я мечтала. Я сделала ремонт, какой я мечтала. Я очень много желаний, которые были свыше 15, за 3 года и за последние 2 последних реализовала. То есть, знаете, наступает волшебное время, когда вы можете желать, когда открываются небеса, когда открываются возможности, в которых вы можете стать более успешными, более счастливыми, более богатыми, более любимыми и достичь огромных результатов, которые хотите именно вы. Поэтому начните уже сейчас готовить этот список, чтобы в 15 числа написать на красивой бумаге, причем на красивой бумаге, красивым почерком, написать эти желания, завернуть их, завязать бантиком и положить в коробочку неприкосновенный запас и не открывать до тех пор, пока первое желание не сбудется. Когда вы откроете эту коробочку, когда у вас сбудется желание, вы увидите, что несколько желаний уже на подходе. Это я вам говорю из собственного опыта, потому что сейчас Вселенная говорит: слушаюсь и повинуюсь. Правильно. И Новый год – это время чудес, когда все говорит нам:
слушаю и повинуюсь. Загадывайте, достигайте, увеличивайте свои доходы, увеличивайте свои счастливые минуты со своей командой и со своими любимыми. Это вот вам такое пожелание.